Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны Казанском федеральном университете, проходит Всемирная олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них – золотыми. Здравствуйте, я Карим Фарух из Таджикистана. Мне очень понравилось в Казани, тут хорошо, и здесь у вас организация замечательная. Знал, там видел в интернете фотки, там достопримечательности видел, еще в некоторых местах России побывал раньше, слегка читал. На IOI 2016 я хочу завоевать медаль. Мы идем еще к Александру Олимпиаду, но без того, شولم که از در درامین المپیادا شرکت داریم و تشکر با شما که همراه ما هستین در این آزمون. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников Олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!